у Армении нет никаких шансов противостоять Азербайджану. Об этом в интервью для проекта «Лишь бы не было войны» российского издания «Московский комсомолец» заявил политолог Василий Кашин, отвечая на вопрос о том, существует ли вероятность того, что в следующем году Армения не попытается взять реванш у Азербайджана, передает Даяс. Еще до конфликта 2020 года она была более слабым в военном отношении государством по сравнению со своим соседом, а после того, как большая часть вооруженных сил Армении была разгромлена, ни о каком реванше не может быть и речи, сказал политолог. По его словам, могут периодически происходить локальные перестрелки на границе, но у армян нет ни сил, ни возможности противостоять Азербайджану. Политолог отметил, что Армении не стоит надеяться в этом вопросе на Иран. Что касается Ирана, то вмешательство в войну на стороне Армении означает неизбежный конфликт с Турцией, а это просто не в интересах Тегерана, у которого сверхнапряженные отношения с Израилем и напряженные США. К тому же Иран не является для Армении прочным союзником, на которого можно было бы положиться, отметил Кашин. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.